Ребят, вы играете за клуб с большой историей, вы пишете эту историю, и весь Калининград от вас ждет, что вы сохраните место в премьер-лиге и завоюете первый в истории клуба трофей. Для многих из вас этот трофей тоже будет первым. Я очень надеюсь, что это случится совсем скоро. Сегодня вручали приз лучшему футболисту апреля Данилу Козлову. Очень техничный футболист, наверное, один из самых техничных в Балтике за последнее время. Не только в Балтике, наверное, вообще в России. Ну, конечно, у него большое будущее, и Балтика может стать таким трамплином в его большом футбольном будущем. По стилю игры очень напоминает Андрея Аршавина, как раз тоже из Санкт-Петербурга. Вот. Ну и надеемся, что как раз Козлов Даниил приведет Балтику к первому трофею, забьет гол в финале Кубка России. Первый раз побывал на Балтике в 95 году, как раз тогда команда выходила в высшую лигу. Был свидетелем первого матча в высшей лиге с Локомотивом Нижегородским. Тогда проиграли, к сожалению. Потом выиграли у московского Спартака. Ничью сыграли с Динамо. Потом переживал вылет из высшей лиги. Потом, когда из первой лиги вылетали. Ну и последние годы верил, что команда выйдет в высшую лигу, в премьер-лигу. Вот. Ну и теперь верю в то, что команда сохранит место в премьер-лиге. Ну и завоюет Кубок России. Первый трофей в истории клуба. Сегодня погуляли по стадиону, конечно, был на трибунах, многократно был, теперь побывал внутри, так скажем, посмотрели раздевалки команды, и, конечно, произвело очень сильное впечатление. Вот. Ну и теперь приучаю ребенка тоже болеть за Балтику, за родной клуб, тоже с самого детства.